Канцлер Німеччини пан Шольц вчора сказав про вторгнення Росії в Україну, що Європа такого не бачила 75 років. І це правда. Але це не вся правда. Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти усіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити саме кордони, ділити кордони силою. Вже другий день міста нашої держави зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни. І про що говорила ніколи знову. Але ось це є. Знову є. Зараз. У 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите. Ви всі. Вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтесь з цим робити. Як збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні. Перелічу, що вже відбулося. І за це ми дякуємо. Секторальні санкції – США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія – ввели саме такі секторальні санкції проти Росії. Зокрема, проти всіх найбільших банків, проти найбільших російських підприємств, проти доступу Росії до західних технологій. Але російські танки все ще стріляють по житловим будинкам в наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі, цивільних людей, звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію, щоб далі очікувати від європейських держав. Анулювання віз для росіян, відключення від Свіфту, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба. Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, всім нам, всій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань. Діяти можуть і звичайні люди. Я впевнений, в кожній країні світу, в кожній країні Європи. Виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України. Зупинки цієї війни. Виходіть, виходіть на площі і требуйте окончання війни. Це наше право, це ваше право. Коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі, не тільки в Україні. Коли ракети вбивають наших людей, це загибель всіх, всіх європейців. Вимагайте більше захисту для Європи. Більше захисту для України як частини демократичного світу. Поки державні інституції Європи не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європейець у своїй столиці може вже прийти у наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше фінансової, більше військової допомоги, бо це допомога вам, допомога Європі. Ви самі собі допомагаєте. Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Вас уже шантажували газом, вас уже принижували, вас уже хочуть розколоти і поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе так само, як ми захищаємо себе. Хочу ще раз обратитися к президенту Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте садитися за стол переговорів, щоб остановити гибель людей. А тепер я хочу звернутись до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу.
Слава Україні! Նոր կյանք, հայկասար, հայրենիաց, բեմ զաշեն, սարալանչ, եմ մոտ 18 բնակավայր 200 միլիոնով էներգախնայողության ծրագրեր են լուսավորություն արևային կայանների տեղադրում։ Այսինքն, եւ այստեղ կան մի շարք բնակավայրեր, որոնք նախկինում չէին կարողանում սուբվենցիաներից օգտվել իրենց փոքր բյուջեի պատճառով։ Մասիս քաղաքը, մանկապարտեզների համար Մասիս բնակավայր համայնքը 1 միլիարդ 250 միլիոն միայն հատկացնում է մանկապարտեզների կառուցմանը։ Մարտունի խոշորացված համայնքը 17 բնակավայրերից 12-ում ռոկման ցանցի անցկացնում 850 միլիոն դրամով։ Այսինքն, ակնհայտ է, որ համայնքների միավորումը, բյուջեների միավորումը, իրենց ֆինանսական եւ այլ հզորությունների միավորումը եւ մեր մարզպետարանների հետ համատեղ աշխատանքը բերում է բավական էֆեկտիվ ծավալներով աշխատանքի։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության, մենք համայնքների խոշորացման գործընթացը գրեթե ավարտել ենք, չէ՞, արդեն շատ փոքր առաջկայում էլի մի քանի տեղ պլաններ ունենք, որոնք խոշորացված են, բայց պետք է ավելի խոշորացնենք այդ ռեգիոնալ շրջանային սկզբունքը պահելով։ Բայց ես ուզում եմ լրացուցիչ մի տեղեկատվություն տալ, որ նոր խոշորացված համայնքներին առաջկայում միջինում 300 միլիոն դրամի լրացուցիչ ֆինանսավորում կհատկացվի, որպեսզի նրանք քաղաքի համար անհրաժեշտ հիմնականում տեխնիկայի գնումներ իրականացնեն, աղբահանության եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն, դա ներառյալ սուբվենցիոն ծրագրերը, ներառյալ այն, որ մենք սուբվենցիաներով մանկապարտեզների մասով նաեւ ըստ էության 70% ֆինանսավորման կառավարությունն է վերցնում, այսինքն չի կարող դա նկատելի չլինել։ Եվ ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն ասել, տեսեք, մենք մանկապարտեզների ծրագրերի վրա շեշտադրում ենք անում եւ այդտեղ շեշտում ենք կրթական կոմպոնենտը, բայց ես ուզում եմ մի լրացուցիչ կոմպոնենտ էլ նշել, մենք հույս ունենք, որ այս մանկապարտեզների ծրագրի բարեհաջող զարգացումը մեզ հնարավորություն կտա, որ երիտասարդ մայրերը նաև աշխատելու հնարավորություն ունենան, ինչը կարևոր է ոչ միայն ընտանիքների բարեկեցության առումով, այլ կարևոր է երկրի տնտեսական և ընդհանրապես զարգացման պոտենցիալի առումով։ Որովհետև տեսեք, մենք ինչ խնդիր ունենք, մենք մեր բնակչության մի հսկայական մասը, տնտեսական ակտիվության պոտենցիալով մի հսկայական մասը հնարավորություն չունի ներգրավել տնտեսության մեջ, որովհետև երեխաներին պետք է, այսինքն մանկապարտեզ չկա, որ երեխաները, մայրաքաղաքում մենք ունենք նման խնդիր, էլ չեմ խոսում գյուղական համայնքների մասին։ Այսինքն, այս ծրագրի բազմակողմանիությունը, հիմա եթե մենք լրացուցիչ սրան գումարենք նաև, որ մենք բարեհաջող կիրականացնենք Եվրամիության հետ